Добро пожаловать! С вами я, Елизавета Косякова, ведущая ежедневных новостей из Варнинской студии InGlobe. Ученые работают над созданием следующего поколения натурального подсластителя, называемого бразеин, который берет свое начало из африканского горного растения убли и который в 2000 раз слаще сахара. Растение убли использовалось в качестве пищи для людей и животных в течение многих столетий. Оно имеет плоды с красноватой ореховой скорлупой, под которой расположены семена, окруженные красной чешуей. Именно в этом месте был обнаружен сладкий белок бразеин. Особенным в бразеине является то, что он сочетает в себе небольшой размер с высоким содержанием сахара и обладает исключительной термостойкостью. Например, он может сохраняться при 98 градусах по Цельсию в течение 2 часов, в то время как многие сладкие белки при высокой температуре теряют свою сладость через несколько минут. Однако обработка бразеина в форме, совместимой с массовым производством, была проблемой, начиная с 1994 года, когда он был впервые синтезирован в сахарную альтернативу в университете штата Висконсин в Мэдисоне. В последнее время, однако, исследователи обнаружили способ использования дрожжей для производства бразеина в большом количестве. Ученые добились от дрожжей перепроизводства 2 белков, которые являются необходимыми для сборки бразеина. Комиссия дегустаторов подтвердила, что белок, полученный таким образом, был слаще сахара. Пока не ясно, как скоро потребители получат доступ к уникальному подсластителю, но ясно лишь одно. Бразеин не только соответствует сладости и послевкусию сахара, но также учитывает и спрос на здоровые продукты. Это все на сегодня, но если вам хочется узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте eatglobe.ru. Спасибо за просмотр!